Филипчик Екатерина, мне 14 лет, я представляю коллекцию работ, выполненную в стиле жостовской росписи. Жостовская роспись – это народный художественный промысел, появившийся в селе Жостово Московской области. Расписывают от руки масляными красками. Фон в основном черный, но также могут добавляться синий, зеленый, красный, даже серебряный фон. Расписывают несколько подносов одновременно. В жостовскую роспись входят такие композиции, как цветочные, фруктовые и птицы. Для начала, чтобы создать эту роспись, нужен сперва замалевок. Это основа всей росписи. После нее идет выправка. Сам замалевок добавляется свет, тень и блики. После высыхания добавляется привязка. Это добавление в работу стебельков, листочков и травинок. В конце добавляется орнамент. Я его выполнила с помощью акрилового контура. В конце изделие лакируется. Мои работы сделаны из бросового материала. Часы – это старая тарелка, бутылка и банка из-под кофе. Давая вторую жизнь этим материалам, используя чуточку фантазии и таланта, можно сделать достойное украшение в современном интерьере. Таким образом мы спасаем экологию.